Всем привет, братья и сестры! Здорово, отец! На связи самый щедрый человек в комьюнити Free Fire, отец Евген. Че у меня с прической, ё-моё? Пипец! Продолжаем наш марафон халявы и интересных плюшек-приколюшек от Free Fire, которые гарантированно сэкономят ваши денежки. Сегодня я расскажу вам, как сэкономить до 50% ваших затрат в игре. Да-да, это типа ты косарик на алмазы тратишь, и бац, 500 рублей тебе возвращают назад. Прям охренительно! Поэтому слушай меня внимательно, что для этого нужно. Сразу отмечу, срок действия данной акции до 30 сентября. Поэтому поторопись, братишка. Участвовать в акции могут владельцы любого Android-устройства. Все, что нужно, просто установить на свою мобилку приложение AppGallery. Это шаг первый. Скачиваем AppGallery, если ранее вы его не скачивали, то обязательно при регистрации укажите геолокацию Россия, потому что акция действует только на территории России. Шаг второй. Как и в прошлой акции AppGallery, удаляем с телефона уже установленную игрушку Free Fire и скачиваем ее снова по ссылочке в описании под видео. Именно по ссылке в описании скачиваешь новую игрушку Free Fire. Именно по ссылке в описании, иначе ничего не получится и кэшбэк свой ты не получишь. Шаг третий. Донат в игру. Самое интересное. Если вы все сделали правильно, то теперь смело можете донатить. С абсолютно любой суммы до 30 сентября вам будут начисляться 50% кэшбэка в виде монет Huawei. Например, вы покупаете 1000 алмазов за 600 рублей. Донатите, и 300 рублей вам возвращаются на счет в AppGallery. Теперь вы можете потратить их на все, что угодно. Например, снова купите алмазики. Или ваучер, или любую другую вещицу из магазина AppGallery. Я вот, например, охренеть. Охренительные темы для телефона себе покупаю на эти бабки. Зацените! О, какая! Охренительная, да? Абсолютно бесплатно. После того, как вы задонатите, получить свои монеты нужно будет следующим образом. Заходите в главное меню на вкладочку «Я». Кликайте на свою аватарку, далее на монетки Huawei и возле кэшбэка кнопочка «Получить». Вот и все. Все ваши 50% кэшбэка у вас на счету. Теперь вы можете их потратить на все, что угодно. Еще одно важное дополнение. Если по какой-то причине у вас не проходит оплата, то зайдите в настройки телефона прямо сейчас. Затем в меню «Приложения» и среди них найдите HMC Core и дайте ему разрешение на всплывающий окно. Если вы все сделали правильно, то проблема с оплатами решится. До 30 сентября вы можете донатить сколько угодно в игру и возвращать 50% кэшбэка. Мне кажется, это прям очень круто. Тем более, прямо сейчас в игре огромнейшее количество новых ивентов и эксклюзивных вещей, которые в дальнейшем забрать уже будет просто невозможно. Подробное описание условий акции я также разместил в описании под этим видео. Спускайся туда, читай, делай все так, как написано, и забирай свою халяву. С тобой был отец Евген. Увидимся. Пока-пока. И да, лайк поставить не забудь, а то еще и ты сейчас уйдешь халяву получать, а лайк ты мне не поставил. Нехорошо, нехорошо. Лайк, а потом за халявой.